Привет, дамы и господа, мы на рынке Воба, понедельник сегодня. Подхожу к Митину. Митин мне сегодня по телефону сказал, что он от этой жары, я спросил, ты не жарился сегодня? Он сказал, я 3 раза умер, 3 раза воскрес. Так что сейчас будем смотреть на Митина. Фух, это жесть, конечно, сегодня. Привет. Жесть, жесть, жесть. Big sale. О, тут никого нету, они все спать ушли. Обезьянки. Так юбку не потеряй. Смотри, ты что, похудела? Митин, тебя не кормишь, что ли, что ты эта худенькая юбочка спадает? Фух. Итак, друзья, мы у Митина. Митин, возможно, спит. Если Митин спит, мы не будем его беспокоить. Хакан тут сидит. Втыкает в телефон. Привет. Доброе пожаловать, Ромка. Как дела? Во. Прохладно, да? Да, прохладно. Холодно, я бы сказал. А Митин где? Наверное. Спит? Не, не спит. Не спит? Не буду спить, это жарко. А где он? Наверное, ушла купить... Почему, интересно, вы все говорите женского рода, ушла? Почему не ушел? Что? Ну, ушла, привезла. Извини. Я Митина научил уже. Смотри, если мужчина, Митин, да. Мужчина, да. Он ушел, да. Привез. Если да. Была бы Таня, то она ушла, привезла, понял? Ушел. Да, привезла и ушла. Ты не сказал мне назад. Да, ты тоже запомнил бы. Я Митина уже научил. Давай по-английски пока что-нибудь скажи, пока Митина нет. Welcome our place. We sell the jeans. Of course, we have jeans jacket also. Больше стало. You can come this side. Больше стало, пиджачку. You can see from this side. So we have this coret and that one off white, Philippine, this coret, Philippine, and there is Tommy and жилетки тоже есть там Безерком. And we have now for kinder jeans. Is something is new about we have like this this one is with rib but inside is closed like this but we can open if you want best quality чугузай and you can say good quality yes and also discorded okay we don't sell original but we like the selling the nice quality. And we have here shorts one. You can see look of. This is also new. This is thin material. If you have big money, you can put here. A small money. Задний карман. This is just a joke. 200 men models. Tamam? I don't know. And woman 200. Yeah, of course. Ну, we примерно, have, как сказать, примерно. Any woman model this side. Maybe 200. If you want to know, you can look. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, like this. Давай считать будем. Sometimes I forget how many model we have. Now we have Louis jeans. We say Louis. Это трубочка, we say Louis jeans. Like this. We have every size. And of course in the men's side. И Митина, мы тут работаем, да. А тут Митин пришел. О, ты сегодня это всем с пальмами. Привет, всем привет, друзья. Митин. Доброе утро. Доброе. Я уже всем рассказал, как ты мне сказал, что ты 3 раза умер сегодня и 3 раза родился. Все, переходим на русский. Скажи пароль, Ромка. Пароль Ромко Рокер. If you come with Ромко Рокер, of course we have you have extra discount. Вот, дисконт. Друзья, всем привет, понедельник, рынок Воба. Очень жарко вообще. Ну, кстати, сегодня и вчера не очень, а вот позавчера и еще за день вообще было ужас какой. Я голова потрогаю, очень горячая. Голову надо мочить водой. Вот вернула, что да, у тебя да, модельная да, стрижка, уже... Она стричься, как я, и мочить водой все. Да, время. Да, да, я буду все волосы отрезать, ноль. Я Хакана научил, он сказал, Митин ушла, а я сказал, не ушла, он не ушла, он ушел. Посмотрим, да. Запомнит или нет. Я через дня... Я месяца не выучил, сразу говорю, потому что я на бумажке даже не написал. Я на следующую неделю, я 6 знаю. Оджак, Шубат, Март, Ниссан, Мейс, Хазиран. 6 знаю. Темуз, да, знаю. И Аустос. Аралык, Декабрь знаю. Аралык, Декабрь. Да. А вот это Эй-Люль, он как произносится? Эй-Люль? Эй-Люль. Эй-Люль. Да. Ух ты, как интересно. Ну, я выучу следующий раз. Ну, это как июль ваша. Митин, вот. Как вы тут выживаете, я не знаю.
Привык. Видел, даже вот как... Ну, в рубашке лучше, наверное, чем в футболке, кстати. Вот потрогай, как рубашка, летний, она... Да, 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 рубашка чуть получше. Один. Сергей, Индия, приходили. Тебе много вот это... Мы показывали, да? Спасибо большое. Они... Вау. Мне это на пляж нести, представляешь, Метин? Вау, боже. Не знаю, что это. Без холодильника, надеюсь, тут ничего не испортится. Сейчас я холодильник, кто-то может меня поставить, пускай вот это давал. А тебе. Это сегодня принесли, да? Час пока назад. А, я понял. Вот это тебе капусточка давал. Морская. Боже, спасибо большое. А что с ней будет, если я с ней на пляж пойду? Я даже не знаю. Кто-то может поставить, потом обратно можешь собрать. А они ж во сколько? Они ж идут рано? Ну, до 7-8 минут. Вот это тоже давал тебе. Шоколад. Спасибо большое. И это шоколад тебе давал. Спасибо. А вот это тоже тебе давал. Спасибо. Вау, вот это тоже тебе давал на этом. Я не знаю, много что. Еще вот это тоже. Зефирчик, цикорий. Зефирчик давал. Вот это кафе, наверное, как тебе нравится. Спасибо большое. Вам даже столько всего привезли. Вот это тебе давал. Ну, понял пакет, а я уже трудно подумал. Спасибо большое, друзья. Спасибо. Они следующий понедельник опять приедет. Тебе очень привет сказал. И мне тоже давал. Так же. Вы если, и да, тебе тоже, тебе тоже спасибо тоже большое. Я очень рада. Вы этом. Если в понедельник, я раньше 5 просто до Метина не доезжаю, если... Это, если в 5, вот. То в 5, полшестого. Твои пакеты. Вот это моя пакета. Они да, ты что, я хотел с тобой поделиться, у тебя свой нет, есть, нет, да? Нет, уже богато сердце, он мне тоже давал что-то. Спасибо. И Свиден, знаешь Свиден? Не, я не знаю. Наши люди. Да, они Свиден живут и Свеч. Тебе привет передавал. Спасибо. Ему Юра зовут. Юра, спасибо. Да. Хорошего отдыха всем. Он сразу оденен в рост, как раз он поехали сразу, быстрее. Сразу быстрее приходили, быстрее поехали, тебе привет передавал. Спасибо. Когда тебе привет передаешь, я все тебе скажу. И пароль Ромка Рокер. Кто скажет пароль Ромка Рокер, обязательно я всегда хорошо скидки сделаю всем. Покажем. Покажем, покажем. Давай что-то новое покажем. Вот это мужские. Новое. Это каждый год такой модель есть, но в этом году это... Вкусно, немножко кажется. Расцветка другая, чем была, да? Какие-то такие с пятнышками, да. Ага. Это чуть-чуть, типа варьон. Да-да-да, интересный цвет. Вот это и снова. Вот все вот так оставим. Они можешь лучше видны. И все вещи турецкий Истамбул. Угу. Все вещи made in Turkey Истамбул точно. Вот это ново. Вот это дизель ново. В чем не сильно. Ага. Это маленький размер? Да, почти маленький, да. Все размер есть. Вот это тоже ново. Я хочу шорты тоже показать, потому что очень жарко. Да. Вообще джинсы жарко показывать, да. И лето всем носит светленький. Как раз. Как раз лето цвета светленький. Это тоже есть. Все размеры есть, друзья. Цена 30-35 евро, 25, да? 25 что-то есть. Что-то 40 есть. Поэтому не надо писать, что мы не называем цены. Он делает такие скидки, что вы просто будете... И, ну, все стоит будут... Все равно меньше, чем они передумали. Все качественно. Тех джинс, которые там где-то есть по $15 валяются на улице, они то не то. Носить, да, и вы их выбросите потом. У Метина только те, которые будете носить 3 минимум года, 2 года, 3 года. 5 да. лет. Если 5 они лет. Носят каждый день 3 года. У меня если здесь, да. два раза, они могут иметь больше 5 лет. Ни одни джинсы с 19 года от Метина у меня еще не испортились. Еще как новенькие, я да, думаю. Да, да, да. Это тоже ново. 1 тон. Кто-то любит на 1 тон. Без дырок, без ничего. Темно-синий вместе с рубашкой, вместе с кофтой. Всегда вот. Хорошо сидят. И даже терминал есть, все можно. Терминал есть, и можно платить да. и приватбанком, и Сбербанком, и что хотите. Вот это любыми есть. Европейскими вот это, картами. Это. Любые размеры, большущие. Похоже на этому почти 200 моделей есть. 200 моделей мужских и женских. Я с каждой модель покажу, видео будут больше. То мы не выживем тогда, да. Пошли часа. Шортики показывать. Вот это все брюки вот такие они модные которые, на любой вкус. Ой, вентилятор. Спасибо тебе. Которые приходили сегодня к тебе, подарок передавал, такой они купили, купили вот да? это. Вот красивый. И женщина купили брат на этом. А шорты цена у нас какая примерно? У нас нормально шорты 30-35, как стоит, но пароль вам коррекер обязательно, конечно, я тоже хорошо скидку сделал. Шорт на тоже очень летний, много, летний. Когда на этом носят, как голый.
Мне там хейтеры пишут, ты ходишь 4 года в одних шортах. Друзья, у меня столько шорт, что у вас столько носков никогда в жизни не было. Столько шорт у меня дома. Я одевать не успел, у меня вот такие лежат. У меня лежат в прошлом году белые клетчатые, я ни разу не одел. Еще лежат какие-то. Да, а на мне сейчас, на мне сейчас... Ты, да, а на мне какие сейчас метины? У твоей? Моя модель. Вот у меня дома вот эти вот, по-моему, или какие? А у тебя дома это? Да, а на мне сейчас вот эти. Я их постирал, как раз они красивые. Так о, как у мне, так как у мне. Такие же, да, только другой цвет. Вот я тоже с надписью ждал, вот это он. Это без надписи. А, это без надписи, а у меня с надписью. Вот мне кажется, дальше шортов у меня много, метин, подтверди. Я просто что-то одно, когда начинаю носить, и оно нравится, когда и бывает вот месяц-два месяца ходишь в одних и тех же, как бы, и не хочешь менять. Светленький, летний, такой есть. Красиво, они мягенькие у метина, летние, такие легкие, хорошие. Так, младший научный сотрудник подошел. Сырдар, привет. Сырдар, привет, 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 привет. Вот такой серый. О, такой же красивый цвет, тоже мягенький. Такие. Да. Такой серый и такой левый снова карман. Вот. То, nice. то. Вариант много, может, Гант тоже есть. Вот здесь на Гант фирму. Именно из фабричного, хорошенький. И еще джинсовка, выдер, это раз. Да, мы уже показали с Хакана. Много стало, выбор большой. Да, еще много вариантов будут, конечно. И давай детские вещи все, давай покажу. Детские. Если я все покажу, они все никому не будут сюрприз, они везде все увидят. А так придете, увидите. Я у вас сразу еще что-то покажу, друзья, конечно. С маленькими, вот такой черный шорты, вот это ново, не было раньше. Вот это ново, от 1 до 12 лет есть. От 8 месяцев, я бы сказал даже. Ну, конечно. От рождения, можно сказать. На этом модели, вот один нормальный джинсы, от 8 месяцев. А так вообще, да. Вот рваненький, закрыт рваненький, потому что... Если зимняя, это лучше. Потому что если открыт рваный, ребенка будут замерзли. Тоже закрыт, дискорет называется. Я очень люблю дискорет. Будут такой краски тоже скоро на этом детский. Вот. Смотри, это тоже есть. Красивый. Рваный, светленький. И это тоже есть варенка. И вот потрогай, кажется. Это не джинсы. Смотрите, как джинсы, но ребенка такие, будут как бархатистые какие-то. Вообще такие. Удобно будут на ребенка. Прикольно. И мягкий, давай витрин тоже покажем, детские версии витрины. Видели? Серый сейчас всем популярный. Да, но взрослые, штаны, шорты, детские, штанишки. Всем популярный. И вот этот прикольный, такой люблю цвет. Да. Банана обезьянка показывает. Обезьянку показала, она похудела немножко, у нее юбочка спадает. Да, ты корми ее, корми. Джинсы всегда растянется. Джинсы всегда немножко растянется. И модные штаны, которые расстегиваются сзади, так же, как и спереди. Эксклюзив, смотрите, метин. Цензура. Пи-пи-пи-пи. Биг сейл еще метина по вывеске. Понедельник мы в районе оба. Не мы, а они. Вторник Махмутлар, среда в Салар. Акурджалар, пятница, четверг у Метина выходной, суббота, Махмутлар и воскресенье Тюрклер. Да, и пароль громко. Сейчас мои клиенты как, много людей или нет, или в жару мало людей приезжают? Нет, сейчас людей приедет, потому что они скажут, они уже знают, хорошо спикер, хорошо вечер, они мне часто приедут. Сегодня часто. Сколько было моих? Пять. Кто-то хочет фото сделать, кто-то не да, хочет. Да, кто хочет передать, может, увидеть себя. Не хочешь показать себе, да, не да, знаю. Да, да. Ну, они скажут пару громко рокеры, и я сразу помогаю. Все, хорошая торговля, жарко, не будем затягивать, а мы не выдержим. Ладно, пока-пока. Все, всем. Пока всем хороших покупок. Не забывайте, что скидки будут бомбические. Конечно. Все, пока, Хакан.